Видео подготовлено сайтом online.gdz.net на странице 34. Давайте выполним задание под номером 2. С помощью карты в учебнике определите, к каким океанам относятся причисленные ниже моря. Отметьте, пользуясь условными обозначениями, синим – моря Северного Ледовитого океана, серым – моря Тихого океана и красным – моря Атлантического океана. Начнем мы с морей Северного Ледовитого океана. К морям Северного Ледовитого океана относятся Баренцево море, Охотское, Чукотское, море Лаптево, Карское море, Белое море и Восточно-Сибирское море. Теперь моря Тихого океана, они обозначены серым цветом, это Японское море и Берингово море. И моря Атлантического океана, это Балтийское море, Черное море и Азовское море. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.